Приветствую тебя на канале Трейлер ТВ. Только официальный урывок из фильма. Во сколько сегодня спектакль? 17:30. Что будет? Иисус против Годзиллы. Бьянка играет Годзиллу. Я не иду в школу, у меня митинг. В связи с чем? Из-за истребления горилл в Нигерии. Мы все поедем с тобой в Стокгольм и вместе проведем Рождество. Ты рехнулся? Нет, а что? Осторожно! Ты убил Санта-Клауса? Может, хотите позвонить кому-нибудь? У них нет телефона. У кого? У эльфов. Эльфов? Это ведь моя щетка. А я думал, это вашей жены. Он же считает себя настоящим Сантой. И мы вместе с ним поедем в Стокгольм? В Стокгольм? Полдня на пароме, и я дома. В моей семье младенец Иисус приносит подарки, а не Санта-Клаус. И как вы это себе вообще представляете? Полуголый младенец в морозную ночь разносит подарки? Немного реализма. Еще. Пап. Слушай. Я беременна и хочу поговорить об этом с Сантой. Она хочет поговорить об этом с Санта-Клаусом. Санта-Клаусом! Вы женаты? Был у меня как-то один роман. И кто она? Снежная королева. Мы с ней 240 лет встречались. Долгая история. Мы пришли. Ух ты! Подпишись на канал и ставь лайк. Приятного просмотра!